Здравствуйте. Сегодня я буду необычно показывать вам посылочку, потому что, вы знаете, я всегда открываю при вас все посылки. И мне несколько людей писали, что ну что, вы не можете открыть заранее посылку. Но я не люблю заранее открывать, я люблю открывать при вас. Но тут у меня случилась неприятность, я снимала вот эти товары, и у меня куда-то подевалось это видео из архива, я не могу его найти. То есть... То ли я случайно удалила, решив, что я уже его скинула в компьютер, я не знаю. Поэтому я решила переснять, потому что есть некоторые товары, которые мне просто хотелось вам показать, вдруг они вам пригодятся. Значит, прежде всего хотела вам показать, вот видите, у меня даже остался пакетик. Многие знают, что я собираюсь переезжать на квартиру. У меня сейчас там ремонт. И я закупила себе очень классный, по совету моей подруги Оксанки. Оксана, привет, если ты смотришь. Вот такие крючки, они не требуют сверления. У меня очень много картин и фотографий, и их может забить даже девчонка. То есть не обязательно мужчину просить, там что-то сверлить. Значит, смотрите, вы знаете, что гипсокартон там надо сначала просверлить, потом вставить такую пластмассовую штучку, забыл, как она называется, потом туда вкрутить, да, и только потом повесить. А тут нет, тут очень легко. Смотрите, значит, там я вам ссылочку оставлю, вы можете, я взяла микс, вот такой пакетик микс. Здесь разные и большие крючки, которые выдерживают там, что-то там, сколько-то, больше 10 килограмм. Я уже даже не помню, я помню, что вот такой в виде звезды. То есть здесь и маленькие вот такие вот. То есть вы вбиваете, у вас крючочек так. Это крючки, это прям крючки. Вот эта звездочка тут тоже, видите, какой удобный крючок круглый. То есть, конечно, я загорелась. Я взяла, значит, на вот такой, здесь поменьше крючок. Там они, кто-то 10 килограмм, какой-то 15 килограмм выдержит. Вы там поизучайте, посмотрите, ссылочки я вам оставлю. Смотрите, какой большой. То, что у меня есть... картинок в багете, там масляные краски, такие тяжелые картины, очень есть тяжелые картины, я вот для них взяла большие крючки. И взяла два наборчика маленьких, это совсем маленькие я взяла, потому что у меня куча фотографий, которые легкие. Вот тут, вот смотрите здесь, вот такой будет крючочек. Я вам сейчас поближе все сниму, конечно, издалека сейчас ничего не видите. А это я взяла для фотографий, там вот, ну, 10 на 15, там всякие вешают. Самое главное, что он не оставляет ужасных дыр. То есть вы можете вытащить, и там это будет незаметно. Понимаете, не будет этих огромных дыр в вашей стене. И второй набор я взяла чуть-чуть побольше. Потому что я уверена, что мне они больше всего понадобятся. Чуть побольше размер. Вот такой вот. В общем, я взяла один набор микс, где все есть. И два набора по отдельности, где, по-моему, они по 60 штук, которые, я считаю, у меня больше всего будут нужны. Ну, вы там сами посмотрите, там, ну, классная, классная вещь. Моя подруга пользуется, она покупала их здесь, в багетной мастерской, за ящик. Она мне сказала, Катя, они такие дорогие, сказала цену, я думаю, ну, ладно, я возьму там 10 штучек. А потом думаю, я их нашла, у нас в России можно купить. А потом думаю, дай-ка я проверю, а нет ли их на Алиэкспрессе. И что вы думаете, там они в 10 раз дешевле, точно такие же, один в один. Значит, багетные мастерские закупают их. И потом поштучно продают. Она сказала, она покупала поштучно. Понимаете? А здесь вот по 60 штук набоя. В общем, у нас они дорогие, имейте в виду. Не советую в России покупать. И такая мелочевка, просто мамам девочек хочу показать, вдруг кому-то нужно. Значит, я взяла вот такие короны для своей младшей дочки. Вот, это, знаете, у нее волосы все время в лицо лезут. Там разные есть, и золотые, и серебряные. Очень мило смотрится на девочках. Можно взять там разные цвета, посмотрите, там есть. Вот такие короны, очень милые. И я взяла, мне понравилась тоже у моей подруги, она дочке тоже заказывала с Алиэкспресс. Дарья у нас здесь тоже продается, просто там дешевле. Вот такие хвостики, резиночки-хвостики.
Особенно у девочек, у кого еще мало волос, малышкам, там, двухлетним, да, трехлетним, они очень классно смотрятся. То есть вроде волос еще нет, но что-то тут торчит, вроде какая-то живность на голове. Я тоже набрала, вот у меня сейчас дочка в основном розовое одевание, классно смотрится тоже. В общем, взяла сразу целую кучу моей дочки младшей, потому что они на ней очень мило смотрятся, очень оживляют голову. В общем, и ей самой нравится, и мне нравится, она такая смешная в них. В общем, девчонки, у кого дочки, имейте в виду, классные резиночки. И еще напоследок хотела вам показать, я заказала, значит, вот такие недорогие просто бигуди. Ну, я люблю вообще все такое новенькое. Мне интересно, я вообще обожаю всякие штуки для волос. Вот, многие знают, я обожаю. Я обязательно сделаю на них обзор. Просто руки пока до них не дошли, повода нету. В общем, я так поняла, что они делаются на мокрые волосы, вот так. Я сейчас поближе вам все сниму, все товары поближе. На мокрые влажные волосы, и должны получиться кудряшки. Так как у меня длинные волосы, их у меня много, я взяла два набора. На всякий случай, потому что, может быть, конечно, мне одного хватит, но я сомневаюсь. Здесь 1, 2, 3, 4, 8 штук. То есть, я думаю, что 16 мне хватит. Вот, на разную ту длину они советуют. В общем, здесь ничего сложного. Может быть, я сниму на них обзор. Да я, наверное, сниму. Просто мне как руки не дойдут. Ждите, обязательно сниму обзор. Они дешевые. Поэтому я взяла сразу 2 штуки, просто попробовать. Вот, обязательно сделаю на них обзор. Ну вот и все. Все, что хотела вам рассказать, показать. Сейчас поближе вам сниму все товары. Надеюсь, я была вам полезна. До новых встреч. У меня молоточек маленький. Я постараюсь. Все, видите? Отлично, его вообще не вытащишь. Смотрите, у меня нет здесь бетонной стены, нет гипсокартона. Демонстрирую вам просто на дереве. Эти крючки можно прибивать как и на бетонную стену, гипсокартон, дерево, любую твердую стену. Быстро и удобно.